Это чернявка наша. Гоняет. Та пытается играть, а это не до игры. У нее есть свадебный период у чернушки. А та согнулась, а там на нее прыгнуть. Пале лежит, лапа только одна там. Это у нас сегодня воскресенье готовится. Вот, Паля тоже маленько падает. А это крутится, вертится. Она крутится, вертится, это не сама, это ее желание замуж выйти. Вот это сегодня у нас 3 декабря 2023 года. Интересно, это не каждый, вот она как крутится, вертится. И что она, запахи оставляет от себя. Вот она, упадешь сверху-то. Вон она и как винтом идет. И от нее это не зависит. Это так уже заложено было притворение. Вот и никто не знает. Рысь такая скрытая, но поступило время оплодотворения. И она ревет там наполовину, говорит, бора слышно. И обязательно ее услышит. И везде оставляет марку, запах. И он находится, самец. Вот, показать как. Ну все. Дальше как видит себя, пошла. Вон она на третий этаж поднялась. Тут у нас дозревали помидоры. Это внизу. Это у нас богатство наше. Одежа, сапоги. Вот. А тут дядя Вова готовит завтрак. Вот так. Все. Все. Все, сейчас пойдем маленько, пройдет время, в церковь идти. Паля проверяет. Ну что они, две женского пола, две, а там наверху винтом идет. Сверху ты грохнешься. Она за Палей следит. Ничего себе откуда. Не прыгай оттуда, тяжело. Хлопнешься-то, будь здоров. А Паля вот. Паля тут ест пришла, у нее тут тарелочка. Чернявка там, чернушка. Какая глаза сверкают. Хорошая кошка, с улицы подобрал. Бомжишка. Ну, до того ласковая. Ну, невозможно отбиться. На колени лезет и подогревает. Все. О, нанизу. Услышала, что там это. Что-то ест. Проверить. Да, проверить. Как раз. Ноября, Андрей. Вот зашла в эту комнату, сейчас чесать может когти. Ну. Что такое? Thank you.
опять на эти газетки. А на газетке там молодой Путин лежит. Надо отобрать газету. А нет, она в стороне лежит. Старая российская газета. Хорошая. Ну все на этом. Отошел. Готовь с собой приборы.